Приветствую всех любителей игр и обладателей консолей Xbox. Сегодня у меня на повестке дня настоящий топ игр, которые просто обязательно нужно попробовать на своей консоли. Я выбрал для вас самые захватывающие и качественные проекты, которые подарят вам незабываемые игровые эмоции. Готовы узнать, какие игры попали в этот топ? Тогда с вас лайк и давайте начнем. Forza Motorsport 2023 – это неустанно вращающийся мир гоночных симуляций, вновь подаривший радость своим преданным поклонникам реалистичной атмосферой. Восьмая глава серии обзавелась не только обновленным визуальным оформлением, но и наполнилась разнообразными механиками, а также более тонкой физикой взаимодействия с игровым миром. Теперь каждая царапина на машине видна во всей красе, что добавляет игре еще больше реализма. Погода и время суток меняются в реальном времени, а игровой процесс остается невероятно динамичным, что уже стало знаковой чертой серии. Стань частью гоночных соревнований, преодолевая препятствия и обгоняя соперников, собирая награды в удвоенном размере. Resident Evil 4 Remake – захватывающий экшен-приключение от третьего лица, где мы снова вступаем в схватку с коварными и бесчеловечными зомби. В этот раз тебе предстоит взять на себя роль главного героя, агента Кеннеди, чьей целью является спасение дочери самого президента. Всегда исполнявший свои задания с легкостью и точно в срок, на этот раз Кеннеди столкнется с еще более ужасными преградами, к которым необходимо тщательно подготовиться. Одним из главных обновлений в этой игре следует отметить улучшенную графику, которая стала невероятно реалистичной, погружая тебя в еще более пугающую и напряженную атмосферу. Игровой мир стал более детализированным и проработанным, позволяя тебе исследовать самые скрытые уголки и тайные локации. Твои принимаемые решения будут оказывать влияние на развитие сюжета, поэтому ты всегда должен быть внимательным, обдумывая каждый шаг и применяя свою сообразительность и хитрость. Сюжет игры насыщенный и многогранный, так что у тебя точно не будет времени на поскучать. Hogwarts Legacy – это захватывающая ролевая игра, которая отправит вас в увлекательное приключение по вселенной Гарри Поттера с открытым миром. Вы сможете путешествовать по знакомым и совершенно новым местам, встретить уникальных персонажей и завести новых друзей. Вы увидите множество волшебных чудес, узнаете совершенно новые заклинания, научитесь варить самые сильные зелья и усовершенствуете свои собственные чародейские таланты. Вы будете играть роль студента, которому дана уникальная способность воспринимать древнюю магию, так как не могут даже самые опытные волшебники. Дар вполне может стать вашим проклятием, и вы должны сделать самый сложный выбор в своей жизни, решив, использовать ли это умение во благо или притвориться, что ничего не существует. Искушение возникает каждый день, и вы должны бороться с ним и не поддаваться этому злу. Эта игра позволит вам в полной мере ощутить уникальную атмосферу жизни в Хогвартсе. Вы будете посещать занятия, получать оценки своих знаний и изучать новые предметы. Также вам придется сражаться с темными волшебниками, используя против них все полученные знания. От вашей роли будет зависеть судьба волшебного мира, которому вновь угрожает страшная опасность. Вы можете написать свою собственную историю и вписать свое имя в легенды и мифы могущественного Хогвартса. Diablo 4 – это продолжение культового ролевого экшена от студии Blizzard. Противостояние между небесами и адом длится уже более полувека, но ненависти двух сторон нет ни конца, ни края. Миллионы людей были погублены в ходе кровопролитного сопротивления, но надвигается новая угроза. А на устах мирных жителей все чаще всплывает роковое имя королевы суккубов. Лилит взяла под контроль не только Санктуариум, но и всех его горожан, подготавливая план по захвату всех территорий. Отныне умений стало в разы больше, и они разделены на пассивные и активные. Для каждого типа понадобятся отдельные очки опыта, поэтому приготовьтесь выполнять многочисленные задания и испытания, которые позволят не только быстро прокачаться, но и заполучить ценные реликвии. Повышенная реиграбельность выполнена за счет того, что вам не обязательно следовать заранее прописанному порядку, выполняя квесты, поэтому вы самостоятельно решите, куда стоит отправиться в первую очередь и какая миссия в приоритете на данный момент. Alan Wake 2 – это психологический триллер ужасов с элементами экшена от третьего лица, с хорошо проработанной сюжетной линией. События игры разворачиваются спустя несколько лет после сюжета первой части и всех игр, в которых так или иначе был представлен Alan Wake. Знаменитый писатель остается в этой мрачной обители на дне озера. Он не может покинуть это место, потому что он единственный, кто может контролировать тьму, захватившую мир. Однако Alan не унывает и пытается найти выход из сложившейся ситуации и в конце концов выйти в реальный мир. Главному герою снова придется посетить как знакомые, так и новые места в маленьком городке Америки. Сюжетная линия стала еще более мрачной, захватывающей и интригующей, чем в первой игре. Как и прежде, геймеров ждут неожиданные повороты сюжета, которые удивят многих. По мере развития действия в игре появятся некоторые из старых персонажей, переживших первую часть серии. Также ожидается появление новых ярких персонажей и злодеев. Если говорить о геймплее, то он улучшен во всех отношениях. Как и прежде, это экшен от третьего лица, в котором вам придется использовать источник
источники света и огнестрельное оружие, чтобы уничтожать врагов. В связи с этим появятся новые виды оружия, различные гаджеты и улучшения, а Алан освоит новые боевые навыки и сможет использовать больше различных фишек. Это позволит сделать бои более интенсивными и разнообразными, но при этом не выходящих за рамки правил. Важно помнить, что герой не солдат, а писатель, поэтому у него не будет никаких супернавыков. Star Wars Jedi Survival продолжил повествование о жизни Кэла через 5 лет после прошлых событий. В этой галактической экшен-адвенчуре с ведом от третьего лица тебя ждет захватывающий сюжет, который погрузит тебя в мир, погружающийся во мрак. Вам снова придется встретиться с новыми и старыми врагами, а также принимать важные решения, чтобы спасти близких Кэлу людей. Теперь Кэл – могучный джедай-рыцарь, и вам предстоит пройти вместе с ним через новые испытания. Боевая система, основанная на киношных приемах, вернется с новыми способностями силы и стилями боя на световых мечах. Вы сможете творчески использовать все эти возможности и оружие, чтобы тактически справляться с усиленными противниками, а также решать загадки и преодолевать препятствия. Также вам предстоит исследовать новые планеты и знакомые местности с уникальными биомами и врагами. Вы можете освоить новые навыки, оборудование и способности, которые расширят ваши возможности в борьбе, исследовании и перемещении. Hi-Fi Rush повествует о приключении парня по имени Чай. Этот меломан без одной руки решил поучаствовать в проекте Armstrong. Компания Wanderlei Technologies предоставляет людям с физическими недостатками импланты, но взамен требует работать на себя. Герой должен был стать мусорщиком после получения механического протеза. Однако во время операции в его грудь случайно вживляется музыкальный плеер и дает ему новые силы. Корпорация после этого начинает считать протагониста бракованной особью и пытается его уничтожить. Сам он пускается в бега и встречает кошку 808, который управляет загадочный хакер. Вместе они решают дать отпор злобной фирме и вывести ее руководство на чистую воду, и со временем число их союзников увеличивается. Благодаря незаконному эксперименту парень получил способность видеть повсюду ритм. Элементы окружения пульсируют вместе с битом, так что по ним можно ориентироваться. Также есть возможность включать специальный индикатор для облегчения процесса. Во время сражений с противниками важно попадать в такт, чтобы наносить более сильные удары, получать ранги и зарабатывать больше очков опыта. В бою можно выполнять различные комбо, совершать рывки, прыгать, а также проводить совместные атаки. Враги здесь представлены роботами. Битвы с толпами механических существ разбавляются эпизодами, где надо преодолевать лазеры, прессы и другие препятствия. А весь игровой процесс сопровождается особым саундтреком. Remnant 2 – это увлекательное продолжение знакомого приключенческого ролевого экшена, где наша задача – спасти мир от полного разрушения. Но не думайте, что путь к спасению будет легким. Перед нами жуткие монстры, и только хорошо подготовленный боец сможет противостоять им. Поэтому вооружитесь мощным арсеналом оружия, качественной защитой и соберите все необходимые ресурсы для эффективной схватки. Постоянное развитие навыков и боевых характеристик – вот залог победы над более сильным противником и опасным боссом. В игре придется пройти через массу мрачных тайн, раскрыть невероятные загадки и вычислить источники зла, что угрожают всему миру. Важно выбрать правильное оружие, и в этом смысле у нас есть обширный арсенал, из которого можно выбирать подходящее для каждой битвы. Сражения будут максимально эпичными и динамичными, не оставив ни секунды на скуку. Уникальный стиль графики погрузит каждого игрока в мрачный и пугающий мир этого продолжения. Будет много возможностей и трудностей, но смело идите вперед, чтобы спасти мир от полного разрушения. Starfield – приключенческая ролевая игра, которая предлагает нам отправиться на исследование бескрайней и таинственной космической вселенной. Первым делом стоит отметить полную свободу действия для игрока, отчего прохождение становится максимально реалистичным. В своем распоряжении космический челнок, на котором ты отправишься покорять многочисленные локации, изучать окружение, проходить испытания и вести борьбу с коварными оппонентами. Сюжет переносит нас в далекое будущее, где человечеству удалось повысить технологии и выйти в открытый космос, занявшись колонизацией ближних и самых отдаленных планет. Главная задача игрока раскрыть самую большую тайну человечества, которая уже на протяжении десятков лет тщательно скрывается, и доступ к ней найти будет не так-то просто. Игра порадует разнообразием миссий, возможностью всячески развивать и совершенствовать главного персонажа, а также высокой динамикой, которая точно не даст скучать. Что касается графики, то она готова предоставить нам максимально реалистичное окружение и крутые спецэффекты, позволяющие с головой окунуться в эту научно-фантастическую атмосферу. Baldur's Gate 3 – третья часть ставшей уже популярной саги, где ты окунешься в череду непредсказуемых событий и постараешься справиться с массой преград на своем пути. Первое, что нужно отметить, это наличие кооперативного режима, позволяющего отлично провести время в компании друзей и игроков со всего мира. Проект обладает отлично продуманной линией сюжета с непредсказуемыми событиями, а игроку в свою очередь дается полная свобода действия и выбора. Стоит помнить о том, что любая допущенная ошибка может иметь последствия и обязательно окажет большое влияние на будущее главного героя.
героя. На пути ты встретишь массу персонажей, одни из которых станут верными товарищами и помощниками, как другие заядлыми врагами, делающими все возможное ради того, чтобы отобрать твою жизнь. Испытаний в игре масса, не обойдется без кровопролитных сражений с оппонентами и их могущественными боссами. Это говорит о том, что тебе необходимо заранее позаботиться о боевом арсенале и атрибутах защиты, развивая навыки и боевые характеристики героя, чтобы справиться со всеми задачами, имеющимися в игре. Вот мы и подошли к концу нашего топа 10 игр для Xbox. Надеюсь, что вы нашли в этом списке что-то по своему вкусу и готовы погрузиться в мир потрясающих проектов. Спасибо, что были со мной все это время. До новых встреч и всего хорошего.